Самый сложный заказ, который я когда-либо делал. Мой подписчик из Дубая заказал себе саквояж, но попросил добавить туда пару кейсов. Один кейс для квадрокоптера, второй для VR-очков, ну и два поменьше под мелочевку. Прикиньте, насколько человек любит свою аппаратуру. Да, задача непростая, важно все четко рассчитать. И размер саквояжа, кстати, отталкивался именно от размеров VR-очков. Как ни странно, кейс для них больше, чем для самого дрона. Первым этапом я начал собирать именно эти кейсы и начал с самого большого под очки. Два раза, блин, неправильно посчитал, но переделал и все сошлось. Оставшиеся кейсы я прошил с легкостью. После пошива саквояжа нужно было установить на него второе дно, к которому уже на магнитных кнопках будут крепиться кейсы. Фух, надеюсь, не запутал. Установил магниты, прикрутил винты и вуаля, саквояж, напичканный кейсами, готов. Надеюсь, он будет в восторге.